Всем привет, с вами Гринни, и сегодня мы будем с вами играть в Робокрафт. Ну, точнее, я буду пытаться вспомнить, как в нее все-таки играть, потому что играл я в нее около года назад, а игра с тех пор очень сильно изменилась. Ну, давайте начнем. Как я уже говорил, я довольно давно не играл в эту игру, тут все изменилось, и я решил стартануть новый аккаунт специально для летсплеев, и давайте приступим к созданию нашего робота. Для начала разберем наш старый, потому что я не люблю на базовых роботах кататься. Я люблю создавать все с нуля. Моя любимая платформа с давних пор — это гусеничная. Причем не на четырех, не на двух гусеницах, а именно на трех, когда у нас спереди две гусеницы и сзади одна. Эти гусеницы мы немножечко защитим по бокам и спереди вот таким вот макаром. Сделаем центральный сердечник такой, чтобы могли словить побольше выстрелов. Я, конечно, помню, что на начальной броне это смешно, и много выстрелов — это понятие очень сильно растяжимое, но тем не менее. Сделаем вот такой вот аппаратик. Поставим сейчас спереди пару пушек. Так, это у нас группы. Когда я последний раз играл в эту игру, их не было. Нельзя было на одного робота поставить несколько видов вооружения. И, честно говоря, мне тогда даже и больше нравилось играть. Сейчас как-то все стало не так. Мне не хватает лично дерева технологий. Сейчас сделали все как-то очень сильно упрощенно. И игра стала напоминать, по-моему, CS GO какой-то. То есть убожество делают из игры. Очень жаль на самом деле. Ну что, начальный пепелац мы практически сделали. И сейчас пойдем испытывать его в бою. Что из этого выйдет? Ну, посмотрим. Давайте выберем командный дедматч и обкатаем нашего монстрика. Монстрик готов. И понеслась. What the fuck? Я перепутал перед задом при строительстве. Ну что, будем атаковать так. Получилась реальная машина для отступления. Не знаю, что из этого выйдет. Сейчас поглядим. Ну чё, сваливать и стрелять очень даже неплохо получается. Ну чё, родное сердце. А, получил. Конечно, не добил, ну да ничего страшного. Так. Валим задом вперед. И вот еще одна цель. Сейчас посмотрим, его мы достанем. Нет. Нет, не достанем, скорее всего. Или достанем. Так, тут что-то высоковато. Ой, черт. Да. Ну вот примерно так наш бой и закончился. Ладно, наша команда все равно победила. Я даже занял какое-то там убогое место. И мы немножко переделали наш корабль. Точнее, не корабль, а робота нашего. Роботанка. Сейчас немножечко вот дораскрасим. И можно в бой. В этот раз вроде бы перед задом я не перепутывал и немножко сделал по-другому расположение орудий. Ну а в остальном концепция осталась старой. Снова дедматч, понеслась. Сейчас мы тут хитро подкрадемся. Ага, вот первый уже пошел. Какой-то железный человек. Нет, не железный человек, вообще непонятно что. Ладно, непонятно что, живи. А мы там видим другую цель. И сейчас его тоже чуть-чуть покоцаем. Нет, стоять тут как-то не лучший расклад. Давайте ломанемся, наверное, вперед. Вон там какие-то самолетики прыгают. Пойдем в атаку. Русские не сдаются. Вот очередной железный человек. И сзади еще какая-то колымага катается. Ну что, смотрите, наш, в принципе, робот достаточно неплохо живет. Одного мы уже слили. Сейчас, я думаю, и второго сольем. Ай, да не мешайся ты, придурок. Давай, давай, давай. Все, этому тоже капец. И что-то мы под огнем, мы под огнем. Так, сваливаем, сваливаем, сваливаем наверх. И пойдем искать следующую цель. Мы тут что-то каким-то образом сами подлечились. Раньше этого вроде не было. И мы видим еще одного Буратино. Был Буратино. Все, нет Буратино. Так, ну и что? Где тут нам еще враги? Вот одного вижу.
Так, родное сердце, подожди меня. Я уже иду. И этого мы тоже завершаем. Ему тоже капец. Да, готов. Четвертый. Так, ну пятый-то будет. Давай, 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 давай. Опа, пятый. И до шестого мы вряд ли дотянемся, потому что он летает, а мы ездим, а рожденный ползать летать не может. Да, пушки надо менять на что-то более дальнобойное. Упс, что-то я не заметил, когда я потерял своего робота. Беда. Понятненько, нам надо увеличить массу броневую. То есть, чтобы по нам надо было подольше стрелять, чтобы нас развалить. Поэтому давайте мы прикроем вот заднюю часть, которую нам в прошлый раз разнесли очень даже эффективно. И в этот раз не допустим такого беспредела. Так, вот как-то так вот прикроем, чтобы это все было еще и эстетически красиво. Добавим здесь еще одну пушечку. Ну и, наверное, в принципе-то и закончим. Пойдем сейчас проверять, что получилось из этого. Как обычно, мы командный дедматч, наверное, возьмем. И понеслась. Очередной хитрый летун. Но с нашими пушками мы ему вряд ли что-то сможем сделать. Хотя вот тут при помощи союзника, в принципе, разделали-то его нормально. Сейчас уложу, я его не уложу. Ай-ай-ай-ай, валим. Так, ладно, плевать на этого недобитого летуна. Его уже без нас добили. Сейчас вот попробуем вот этого уложить. Ну давай, родное сердце, куда полетел-то? Зорька, иди сюда. Готов. И я вижу очередного железного человека. Сейчас мы попробуем у него отобрать его масленку. Так, что-то отбираться не хочет, куда-то он сваливает. Так, иди сюда, одноногий. Готов. Правда, а, не, нам засчитали. Нормуль. О, винтокрылый. Сейчас мы и тебя наградим. Но, ах ты гад, куда сваливаешь-то? Ну так нечестно. Я же на гусенице. Ну, блин. Вот так всегда, хочешь познакомиться? Не хотят. О, я получил третий уровень, и мы выиграли. Мы сейчас хитро-хитро проползем. И как Сусанин потихонечку... Не, Сусанин в тыл не заходил, но мы зайдем в тыл и всех порешаем. Или огребем по полной маме. Так что давайте-ка мы отступаем назад. Тот наш план не удался, пойдем с этой стороны. Так, все, железный человек, мы тебя сейчас будем решать. Да куда ты посеменил-то, а? Ай, камень. Так, одноногий, капец тебе. Так, а почему не мне засчитали? Чё за лажа? Ладно. Я вижу много вкусной еды, и сейчас мы ее пойдем есть. Так, идем вперед. Так, что-то вкусной еды, по-моему, здесь становится как-то слишком много. И как бы уже она нас не начала есть. Ребята! 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 Не-не-не, хоро! Привет. Все, я обиделся, иду мстить, и мстя моя будет страшна. Иди сюда. Так. Ай, больно. Так, а куда делась верхняя часть моего робота? И такие пушки только бэм-бэм-бэм-бэм. Вверх и вниз. Да, что-то у меня явно не хватает. О, опять лечусь сам. Это как обратная запись такая. Опа, и мы опять целые. Так, вот не люблю я вот этих вот товарищей, которые там летают. И этих тоже. Так, это что вообще за столик на ножках? Какой-то он реально ржачный. Блин, это реально тумбочка на двух ногах. На одной. Вообще без ног. И здесь тоже требуется наше внимание. Во, вот здесь вот точно требуется. Так. Чё ж ты крепкий-то такой, а? Опять у меня весь верх снесли куда-то. Эй, ты нифига себе! Ну опять привет. Да, регулярно мне не хватает спокойствия, чтобы усидеть на месте. И несет меня куда-то постоянно вперед. За что я с той же регулярностью регулярно отхватываю. О, масло масляное. Так, ну чё, захватим точку что ли? Для пробы заменил пушечки. Ну точнее 4 пушки поставил другие.
и посмотрим, что из этого получится. Если понравится, поменяю остальные. Вот сейчас и проверим, понравится или нет. Очередной железный человек. Так, сдаем назад. Эть, готов. Слушайте, понравилось, ничего так. Заменили остальные пушечки на более мощные. И давайте посмотрим, как они будут работать в связке. Я более чем уверен, что вот в этом коридорчике точно кто-нибудь будет. Ага, летун. Ну чё, летун? Долетался. Утю-тю-тю-тю. Все равно я тебя сейчас догоню и порешаю. Спокойной ночи. Опаньки, а здесь у нас кто? Притаился такой. Кемпер, слышь. Ну кемперить-то нехорошо. Так, а здесь у нас кто? Ой, здесь что-то как-то вас много. Ну, стало чуть-чуть поменьше. А сейчас мы отожмем точечку. Опс, а может и не отожмем. Так, зелененький. Ну, тебя-то мы хотя бы... Да, тебя мы забрали, но что-то мне как-то сильно... Ай, поплохело. Как-то меня малость кренит на двух гусеницах и с одной пушкой. Ну ничего, против нас там тоже вроде одноногий. Ну, что-то какой-то борзый одноногий. Слышь, хромоножка, вали нафиг. Привет. О, блюдечко. Ща мы тебя разобьем, малость. Кто ж тебя так сплющил-то, родное сердце? Ох, как кувыркается. Ну ничего, сейчас мы тебя малость подколем. Подкололи. Правда, не я. Что-то пятой точкой я не очень эффективно его расстреливаю. Давайте-ка мы немножко развернемся и его приговорим. Отлично. Пособираем немножко грибочков. Так, кто нас там отвлекает? Что-то какое-то тело было непонятное. Я даже не успел заметить, кто это был. Ага, а вот здесь я вижу самолетик. Так, ты где там? Ладно, лети отсюда. Точнее, падай. А, ну такого грех не забрать. Спокойной ночи. И возвращаемся к нашим грибочкам. Вот разлетались, блин. Реально делом заняться некогда. И ведь бесполезно летают совершенно. Даже хоть бы стреляли, что ли. А так, во, прилетел, полетал сверху, слился. И ведь летять и летять, летять и летять. А я их душил, 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 душил. О, убрался. Ладно, пойдем, что ли, заберем фраг халявный. Совершенно какие-то для своей команды бесполезные товарищи. А это вообще какая-то реактивная блоха. Ну точно реактивная, блин, ну нифига, блин, быстрая. Ну да ничего, сейчас мы тебя тоже как-нибудь приговорим. Стоит только мышкой тебя догнать на экране, блин. Фиг догонишь. Ну ничего, вроде блоху разобрали. Пойдем посмотрим, что у нас там наверху. Че, вертолетик? Ага. А здесь у нас кто? А здесь у нас очередной труп. Ой, что-то вас многовато. Тебя мы уже видели. Да и фиг с вами. Пойду я вашу базу щипать. Тем более, что вы даже ее и защищать-то особо не пытаетесь. А, не, пытаетесь. Ну, что-то как-то не особо ретиво. О, я вижу халявный фраг. Чувак, наверное, сел поиграть в Робокрафт. Но у него началась диарея, и он убежал в туалет. Ну, это нас не остановит. Блин, опять блоха. Опять это реактивная блоха. Как она меня подбешивает. Хорошо, хоть разваливается быстро. Так, и снова вертолетик был. Ну чё, нормально разобрались с ребятами. Теперь вот базу осталось окучить, и все. Но что-то они пытаются сопротивляться. Ну что, будем давить сопротивление в корни. Это вообще вот что такое? Это типа вертолет? Или у человека просто проблемы с фантазией? Похоже, что проблемы. Так, этот вообще как-то самоустранился. И я вижу еще один типа вертолет, типа с одним винтом уже, типа уже вообще без винта, и типа вообще его нет. Так, тебя мы, по-моему, уже разбирали буквально несколько секунд назад, или мне так кажется. Но без разницы, все равно ты помер. И на этом мы завершаем с вами пилотную серию. Я в ней попытался вспомнить, как надо играть в эту игру. Ну, точнее, можно сказать, я учился заново, потому что я уже за год все абсолютно забыл. Да и игра за этот год очень сильно изменилась.
В общем, если вам понравилась эта серия и вы хотите продолжения, то, как обычно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, заходите ко мне в группу ВКонтакте. А с вами был Гринни, всего доброго и всем пока!